Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. ВМС США решили проверить, смогут ли они пробить лед на Северном полюсе подводной лодкой. Это, вероятнее всего, выглядит как графика из диснеевских мультиков, но эти бабочки тянутся к таким черепахам. На самом деле им нужна соль, которую они пьют из их слез. Это называется воскрешение растения. Когда оно уже засохло и свернулось в шар, но оживает под воздействием воды. Этот магазин в Йеллоустонском национальном парке был покрыт 7 футами снега. Этот человек теперь расчищает крышу. С ума сойти. Как будто холодильник таскает. Так может это холодос из магаза? Вот как трюки с дронами выглядят с точки зрения дрона. А вот как это выглядит с точки зрения пилота. Спасибо большое за просмотр, и отдельно спасибо, если поставите лайк под этим видео. А перевел и озвучил виски. Ага.